2021 год для общественного совета при УМВД по Одинцовскому округу был плодотворным. Совместно с общественной палатой и волонтерами удалось организовать целый ряд профилактических акций и информационных мероприятий. Профилактика мошенничества и других преступлений, пропаганда здорового образа жизни, контроль за деятельностью подразделений МВД – все это функции общественного совета. Один из примеров работы с подростками – акция для старшеклассников «Нет наркотикам». Она прошла в Лесногородской школе и других учебных заведениях округа. Сотрудники полиции за такую поддержку благодарны. С помощью вас вот наш орган внутренних дел, вот, я уверен, становится более интерактивные и более адаптированные к запросам населения. Да? То есть, ну, сотрудник полиции в нынешнее время это не только как бы человек, который наказывает, это, ну, человек, который должен разобраться во всех, скажем так, житейских проблемах, поделиться опытом. Общественный совет помогает ветеранам органов внутренних дел, малообеспеченным и неблагополучным семьям. И в этом году продолжит оказывать им поддержку. Намечено много новых мероприятий, акций и встреч. Работы предстоит немало. Полина Бахова, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».